Роман Гриценко из телешоу «Дом-2», парень не промах, высокий, накачанное тело, смазливое личико, знает себе цену, амбициозный. И к девушкам у него высокие требования, потому на проекте не смог построить отношения ни с одной из участниц и переключился на Олю Бузову. Однажды целующаяся парочка даже попалась на видеокамеру. Молодой человек тогда подтвердил, что влюблен в ведущую, вот только сама Бузова в ответ промолчала. Интрига поутихла, и вдруг амбициозный Роман делает не менее громкое заявление, что он готов побороться за руку и сердце герцогини Кейт Миддлтон. И никак не меньше. А как же Оля Бузова? Что, чувства поутихли, и теперь ваше сердце свободно? Допытывается у парня журналист Дни.ру, я был безумно влюблен в Олю. Но, к сожалению, нам не суждено быть вместе, хотя чувства были взаимными, я уверен на 100%. У меня остались только теплые воспоминания. А Оле я желаю найти своего мужчину, того, кто покорит ее сердце. А мое сердце сейчас... Да, свободно, признается Роман. Звезда «Дома-2» уверяет, что сейчас взял курс на собственное развитие, парень пытается получить высшее образование. Но при этом открыт для новых чувств. Жизнь – непредсказуемая штука, может, уже завтра я встречу новую любовь. Но пока этого не произошло. Какой она должна быть? Разной. Знать себе цену, иметь чувство юмора, а еще оставаться верной и преданной. В ней должны сочетаться и ангел, и дьявол. Трудно в наше время найти такую достойную девушку. Впрочем, есть одна такая, это Кейт Миддлтон. Она соответствует всем моим требованиям. Так что принцу Уильяму следует быть осторожным и надеяться, что я не начну добиваться ее сердца, иначе их королевская семья недолго просуществует. Ведь у меня врожденное обаяние, и я знаю, как понравиться женщинам.